студии Анастасия Иконникова. Здравствуйте. Последний день этой недели в Старомосковье явно не для прогулок. По данным гидрометцентра, в воскресенье 11 сентября пасмурно. С утра температура воздуха за окном будет в районе 8 градусов тепла. Сильный юго-восточный ветер. К обеду погода испортится окончательно. До ночи возможны кратковременные дожди. Столбики термометра будут показывать плюс 13, плюс 15 градусов. Полнолуние, атмосферное давление по-прежнему выше нормы. 756-758 миллиметров ртутного столба.